Tengo miedo. De verdad que tengo miedo. ¿Me lo crees? Sí. Sí, me lo crees. Sí. Lo que pasa es que yo estoy seguro de que eso es lo que lo hace tan especial. Cagarse de miedo y tirarse igual. Está dicho. ¿El nene? Bien, dadas las circunstancias. Pero digo, ¿no sería mejor entregárselo a la madre? No. Ya es demasiado tarde para eso. Valentino sabe demasiado. ¿A usted pasó alguna vez? ¿De dejar? No, dejar sí, ya sé. ¿Alguna vez te pasó que te dejen? Me está pasando ahora. Y es un bajón. Es un cagado. Una vez nada más, ni este vacío, ni tu llegada, ni loco, ni arrepentido. 20-я серия. Условное наказание. Всем внимание, они заканчивают. Принято. Входим? Нет, нет, ответ отрицательный. Там есть гражданский, не двигайтесь. Принято. В чем дело? Эва, почему ты такая? Ой, у меня как будто грудь сдавила, Пако. Сдавила грудь? Да в каких операциях ты уже участвовала? 100, 150, 200? Да, знаешь, и есть операции, проваленные по моей вине. Клянусь, если это снова повторится со мной... Прости меня, что я сделаю? Знаешь, что я сделаю? Уйду из полиции. Уволюсь. Все в порядке? Да, в порядке, в порядке. Ну, Эвангелина, нет, все в порядке, в порядке. Эва, все в порядке? Да, все в порядке. Она немного... Нет, нет, ничего, все в порядке. Давай, Эва, хватит дурака валять. Для офицера твоего класса это как прыгать на скакалке. Я благодарна тебе, Вилья, но я в жизни не прыгала на скакалке. Вот они, двое подозреваемых. Они вооружены. Действуйте, действуйте. Иди ты, Пако, иди давай, ты. Двигайся. И... Давай, 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 двигайся. Стоять, полиция! Постой! Стоять! Стоять! Руки назад! Руки сюда! Смотрю на тебя, какие красивые у тебя глаза! Синие, красивые глаза! Спокойно! Эви, пожалуйста, не делай ничего, пожалуйста. Марьяна! Пожалуйста, пожалуйста, я ничего не делал, клянусь тебе, я больше не буду так делать. Я видела тебя, Марьяна! Отпусти я меня! Я тебя видела! Я не хочу опять в тюрьму, пожалуйста, отпусти меня, никто не видел. Послушай, сделай это ради матери. Матери? Замолчи, Марьяна! Отпусти меня, никогда больше не буду. Видела, что можешь? Видела? Эй, эй, Эви, Эви! Я тебя очень люблю. Ты никого не любишь! Я тебя люблю. Замолчи. Ты его знаешь? Это мой брат. Увози его. Мягкий, но крепкий, понимаешь? Сладкий. Ты говоришь о кофе или о парне, детка? Ты смеешься надо мной, издеваешься. Что нет, то нет. Вижу по твоим глазам. Да. Я люблю тебя, он мне нравится для тебя. Правда нравится? Мне нравится этот парень для тебя. А мне знаешь, что нравится? Да, мне знаешь, что нравится. Нравится видеть тебя такой, такой оживленной, не с кислым выражением лица. А какое выражение у меня может быть?
если Гастон сказал Барбаре и Вико, что мы уезжаем жить в Барилочи? Какое лицо у меня? Так если вы уезжаете жить в Барилочи, если ты выходишь замуж? Я не уезжаю жить в Барилочи. Он мне предложил, а я сказала, дай мне подумать. А он всегда считает, что все сделано, все решено. Подожди, он сказал это, а не вырезал на камне на площади Конгрессов. Он сказал это. Он сказал, что мы так и сделаем. Нет, знаешь, в чем дело? Тебя не волнует, что он это сказал. Тебе неприятно то, что он сказал это при Вико. Да. Это тебе неприятно, ну и... Подожди секунду. Да. Как ты? Ты знал, что в салоне не берут на себя банкетное обслуживание? Нет, как это нет обслуживания? Ну вот сейчас говорят, что нет. Ты не займешься этим, милая? Так как вопрос действительно сложный, и ты сейчас занята выбором платья. Я у модельера сейчас. Ладно, знаешь, сделаем вот что. Наймем у строителя свадьбы, о которой мы говорили. Иначе будут проблемы, серьезные проблемы. Но ведь... Ведь гостей мало. 20 человек всего. Дело в том, что мы не можем работать, решать вопросы с переездом. Мне надо ехать. Через 2 дня. Все серьезно запутывается. Как это тебе надо ехать? Как это тебе надо ехать, а я... Нет, у меня тоже много дел. А если ты уедешь, то будет... Давай. Ладно, хорошо, пока. Устроитель свадьбы. Устроитель свадьбы? Организатор мероприятия. А для чего? Ты кто? Стефания, принцесса Монако? Да, конечно, поэтому. Для чего устроитель свадеб? Я тебе помогу. У меня нет телефона. Я тебе помогу. Помогу. В чем? Организовать свадьбу. А ты при чем? Я выходила замуж 2 раза, развелась 2 раза, но все-таки выходила замуж. И знаешь, кто все организовал? Да, ты. Я, мамуля. Поэтому ты и развелась. Нет. Сиснерос Мариано Хавьер, правильно? Да. Правильно. Аргентинец? Аргентинец. Отлично. Дата рождения? Пака, да? Я хочу тебе кое-что сказать. Я не воровал. Я зашел купить платье для моей девушки. Я видел камеру, которая тебя засняла. Камера тебя засняла. Хорошо. Дата рождения? 13 августа 1990 года. 13 августа 1990 года. 24 годиком. Мариано, заведение приметил ты или твой? Никто его не приметил, потому что мы не воровали. Оружие было из пластика. Все равно это вооруженное нападение. У тебя есть адвокат? Но для чего? Ты обращаешься со мной как с вором. Но я никакой не вор. Для чего адвокат? Ты меня посадишь? Тем лучше, если он тебя посадит, Мариано. Тем лучше. Ты что думаешь, что мы два идиота играемся здесь в полицейских? Конечно, он тебя посадит. Успокойся. Тем лучше, иначе я посажу тебя вниз. Успокойся. И поверь мне, там внизу будет намного хуже. Успокойся. Что ты делаешь? Успокойся. Что ты делаешь? Отпусти папу. Успокойся, я тебя очень прошу. У твоего брата проблемы. Да, я знаю. И у меня тоже хорошо, проблемы. Хорошо, но адвокат. Ему нужен адвокат. Какой адвокат? Пусть ищет. Пусть погуглит, откуда мне знать. Он не будет гуглить, ничего не будет делать. Ему назначат, это будет намного хуже. Его проблема. Эва, всю жизнь давай. Наша мать гнула горб, работая ради нас 6. И у этого парня никогда ни в чем не было недостатка. И ему еще надо пойти воровать? Знаешь, Мако, прошу тебя, увиди его прямо сейчас. Видеть его не могу. Если такое произойдет с одной из моих сестер, я убьюсь. Ты еще не знаешь Эву. Я бы с глаз не спускал с этого пацана. Он такой опасный? Эва опасна. А в прошлый раз она чуть не отправила его в больницу. Что, это не первый раз? Марианито? Да. Раз 4 за этот год. Ты, наверное, издеваешься. Алло, Нелли? Привет, Вико. Ограбили Бетти, мобильный, кошелек, все украли у бедняги. С ней все в порядке? Да, в порядке. Это случилось на выходе от китайца. Не преувеличивай, Бетти. Главное, что ты в порядке. Хватит, хватит. Она потрясена, бедняжка. Они сцепились с ней, но не избили. Я не понимаю, почему столько насилия собиралась отдать все. Единственное, что я просила, твой проездной у меня забрали. Слушай, Вико, ей сейчас надо подать заявление, она немного нервничает, бедная. Нет, нет, скажи, чтобы она оставалась дома. Я сейчас приеду. Что случилось? Напали на сеньору, работающую у нас в доме Бетти. Она как член семьи. Мне надо поехать и взять у нее заявление. Но мне надо писать отчет о том, что произошло сегодня. Барда. Хочешь, я поеду? Съедешь? Конечно. Ты спасаешь мне жизнь. Скажу Кастро. Давай. Если что, позвони мне. Ладно. Вико. Ника, что ты как здесь ты? Делаешь? Мне надо поговорить с тобой. Ладно. Вико, извини, я помешала? Нет. Что случилось? Лично или по работе? И то, и другое. Во-первых, хочу поцеловать тебя, а потом взять показания по делу Халиля. Подождешь меня за моим столом? Да. Уже есть дата заседания суда? Да. Паула была очень маленькая, это было огромное горе. Не тебе объяснять, что такое расстаться с ребенком.
Самое худшее в работе полиции – это если расследуешь всерьез, то расплачивается всегда семья. Почему в Брилоче? Потому что у мамы Паулы там была сестра. И потому что это далеко. Далеко от чего? Далеко от меня. А Вилья? Что будет с Вильей? Я знаю, ты просил, чтобы я держала в стороне от этого. Но знаешь, мне это тяжело. Мне тяжело, потому что я полицейский. Мне очень трудно находиться рядом с человеком, которого подозревают в коррупции. И каждый раз, когда он рядом, я не могу забыть о том, что я видела. То, что я слышала. Поздравляю. Следите за официальным бюллетенем. За здоровье. Сделай усилие. Я скажу тебе, когда надо будет действовать. Угу. Извините, сеньор. Костелли на телефоне. Здравствуйте, министр. Как вы поживаете? Действительно. Да, я полностью согласен. Показаться вместе может быть на пользу нам обоим. Это зависит от того, как вы хотите начать кампанию. Отлично. Отлично. Да. Мой секретарь свяжется с вашим, чтобы уточнить детали. Доброго дня, министр. Пиральта, позвони секретарше Костелли, чтобы договориться об обеде на этой неделе. А? Что? Что вы мне сказали, сеньор? Мне не нравится повторять. Да, мне жаль, сеньор. Нет, не сожалей, очнись. И не придется ни о чем сожалеть. Что с тобой происходит? Ничего. Как ничего? Где ты, черт возьми? Ты здесь или черт знает где? Что с тобой происходит? Позвони секретарю Костелли. Да, сеньор. И организуй обед на этой неделе. Ясно или надо написать? Ясно как день. Извините. Эй, почему ты так с ним обращаешься? Нет, ошибка. Ты же бросила. Ну да, бросила. Начинаю, бросаю. Не знаю. Я понимаю. Это из-за твоего брата? Да. Я не могу больше с моим братом. Правда, я не могу больше. Голова вот такая. Ты меня спросишь, что ты предпочитаешь, и я скажу, что я предпочту, чтобы его посадили. Это правда. Ты спрашиваешь, я должна сказать. Нет, я... Успокойся, Эва. В тюрьме хуже. Ты знаешь, что там не справляются, наоборот. Ты должна подумать, чтобы найти хорошего адвоката и какое-то лечение парню. Лечение? Мой брат — это пропащее дело. Да он лечился. Он проходил лечение года 3, и знаешь, чем он закончил? Украл машину у психиатра. Вот так закончил мой брат. Понятно. С хорошим доктором, может, ему дадут условное. Мой брат — дело пропащее. Какой доктор? Какой доктор? Потом я не могу думать нормально, у меня голова такая... Мне нехорошо после вчерашнего, нехорошо. Нехорошо. Что случилось? А? Я думаю, что это из-за брауни, которые мы ели. Подтвердилось, что у них высокое содержание галлюциногенов. А, травка. Я знаю, что такое травка. Худшего качества. Да, у меня их просил Кастро, чтобы изъять. Мне пришлось сказать, что я по ошибке их выбросила. Но это не из-за травки, это смесь. Я выпила немного пива. Нет, много пива. И чем закончилось? Мы остались здесь, в патио. Но ты не помнишь? А о чем? О том, что произошло. А о чем ты говоришь мне, Пако? Я тебе говорю, что я запуталась. Поцелуй. Что? Какой поцелуй? Кажется, был. Свидетелей нет, которые могли видеть что-то, но вот... примерно. Но я не согласна с тобой, потому что это важный момент. Возьмешь первое, про которое скажешь, оно идет мне, купишь его и готово, все. Да, я ожидаю того же, что и ты. Конечно, куплю на ярмарке. Это так, давай закончим, развенчаем свадьбу. Да, я жду Вику. Он сказал подождать за его столом. Новый посыльный?
Нет. Ты кто? Я зять, да. А, ну это как раз мой стол. Не хочешь подождать вон там? А, да, да. Отлично. Да. Здорово. На ярмарке куплю, решено. Знаешь, что самое главное во всем этом? Что? Тот момент, когда ты поймешь, что вышла замуж за болвана, вот. Осторожно, здесь парень. Привет. Мы хотим дополнить показания как можно раньше, чтобы судья дал разрешение на реконструкцию событий. Окей. Прокурор? Вы сегодня без лифчика случайно? Так вы снимаете показания у всех задержанных? Нет, только у людей, которые мне очень нравятся. Прокурор? Всегда, что бы ты ни надела, свекровь и свояченица скажут, что ты ужасно выглядишь. Критиковать будут. Поэтому купи в интернете все, отделайся от этого. Я не трусики покупаю в интернете, а подвенечное платье. Давай сходим к модельеру. Пойдем на ярмарку. Вдруг раз тебе придется сходить к модельеру. Она будет тебе говорить, не поправляйся, не худей, мне надо сделать по фигуре, тебе будет удобно, неудобно. Ты этого хочешь. Особенно, если поправлюсь. Ты поправишься? Да на тебе будет все прекрасно сидеть. Нет. Даже если ты оденешь комбинезон, с ветровкой тебе пойдет. У меня будет комбинезон. Нет. Поищем. В интернете, давай посмотрим. Да, нет, давай. Извини. А, этот парень. Я лучше схожу за компьютером. Посмотрим в компьютере. Тихо, перестань, потом. Не хочу при нем. Ой, простите. Я пришла за компьютером. Паула, она будет брать у меня показания по делу Халили. Отлично. Тебе надо бы остаться, потому что, не знаю. Нет, показания берут раздельно. Да, но она занималась расследованием и знает многое, что я не помню. Раздельно. С тобой поговорю позже. Подожди за дверью. Спасибо. Что с тобой случилось? Что ты увидела? Они там обжимались. Где? Здесь? Ты можешь поверить? Что они делали, не понимаю. Обжимались, я тебе говорю. Да, но что она делала, зачем пришла? Откуда я знаю? По одному делу. А тебя сводит с ума, что они там? Не строй себе гадалку. Мы можем сосредоточиться на твоих делах. Уже несколько часов я пытаюсь сосредоточиться на свадьбе, на обслуживании, на букетах. На платье, на салоне. Хочется ли мне платье, как у Дин-Дин, или более спортивное? Даже подарки, много Пойдем всего. Туда. Кофейком меня угостишь? Да. Официальные показания Вика Вилье, ответственного за задержание, как это следует из дела. Начнем с самого начала. Как в первый раз вы вошли в контакт с Халилем? Утром в день задержания офицер Пико и я были направлены обратить внимание одного из жильцов на наличие конфликта. Мы можем попросить вас выбрасывать мусор в установленное для этого время, чтобы люди не писали заявления и нам не пришлось бы больше приходить. Да, конечно. Здорово, очень хорошо. Одну минуту. Можно нам войти? Войти? Да. Пико лицо этого синьору показалось подозрительным. Вы не против, если я пройду по дому? Я провожу нет, вас. Нет, останься со мной. Хорошо. Пико пошла смотреть дом. А я остался с Халилем. Вы больны? Почему? Этот тип казался мне подозрительным. Он говорил, что диабетик и ел сахар. Говорил, что он инсулинозависимый, и шприц, который он мне показал, больше походил на лошадиный. Сахар. Может, заменитель сахара? Кроме того, что он портной, он соврал во всем. С того момента, как мы вошли, до того, как вышли. Нельзя человека задерживать за это. Мы вышли, а потом вошли снова. Без судебного ордера? Нет, не было времени. Он собирался сбежать. Стоять! Я его задержал, у нас был небольшой. Я ударил его и уложил. Лежи там, лежи на валу. Лежи. И тут мы нашли это место. Какое место? Где у него были трупы? Вот дерьмо. Офицер Пико сказал тогда, что это настоящая бойня. Что у тебя там, Павло? Бойня. Но эта победа длилась недолго. Почему? Когда Либерман, офицер Либерман и офицер Гуэра, они отвечали за перевозку. Когда они проходили мимо нас, Халиль нам угрожал. Что он вам сказал? Я не помню точно его слова. Ой, Ромео и Джульетта! Что-то насчет того, что мы заплатим. Блондик, ты и твоя невеста заплатят тебе, ты знаешь? Ой!
Это тебе за болтливость. И как ты узнал, что он ее похитил? Мне позвонили с телефона офицера Пико. Ты был Халиль. А почему он позвонил тебе, не ее жениху? Потому что он был на меня зол. Помнишь, какой у вас был разговор? Привет, блондик. Я говорил, что ты мне заплатишь. Кто говорит? Ты знаешь, кто говорит. Это все, более или менее. Хорошо. Мне достаточно. Привет. Здравствуйте. Как дела? Очень приятно, я комиссар Кастро. Я Милли. Проходите, Вика сказала, что вы придете. Да, подождите немного, я схожу за Бетти. Окей. Красивый домик. Да, действительно так. Первый раз в доме у своей девушки. Простите, почему бы вам не помолчать? Она не моя девушка. Доктор Вильям мой адвокат. Я не забыл, что произошло вчера. Я тоже не забыл. И прошу вас прощения. Это была лишь ошибка связи. А, связи? Сказать вам что-то, комиссар? Да, что? Какая же красивая у вас кровать. Но вы... Нет, серьезно, такая клевая. Вы нахал, вы понимаете? Но я просто говорю. Ничего не говорите мне. Я вытащил вас с улицы, вы были как собака. Я привел вас в свой дом, а вы залезли в мою постель, в мою спальню. Я вам благодарен. Я не знаю, что здесь делаю, зачем пришел? Да потому что я вам сказал. Ах так? Я вам помогаю. Ах, помогаете? Я должен был пойти один, а я сказал, хотите пойти со мной? Ну тогда, комиссар. Хватит, блядь, дурак. Послушайте, комиссар, как давно морковь не парили? Простите, я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, говорите, что нет девушки, что ничего не было. Давно вы не тарахтели? О чем вы говорите? Давно дымоходничали. Да о чем вы говорите? Давно вы не занимались любовью. Скажите мне, как друг. Вы нахал полный. Да почему? Я уже говорил, держите дистанцию. Откройте, комиссар, откройте. Закройте рот. Послушайте, знаете, как все закончится? Очень просто. Я переведу вас на огненную землю. А вы так не сделали бы. Не сделали я бы этого. Я бы не сделал? Нет. Почему это не? Потому что ты мой верный друг. Спасибо. Да, мой верный друг. Тогда заканчивайте, не испытывайте меня. Лю, Бетти видела? Была где-то там, не знаю. А что? Знаешь, кто спрашивает Бетти? Комиссар Кастро и кудрявый корудовец. А, опять эта шутка? А других у тебя нет? Можешь посмотреть. Можешь увидеть сама. Это не смешно. Вон ты там. Ты издеваешься? Нет. Издеваешься? Ай, ты меры не знаешь. Бетти. Бетти. Алло? Доктор Вилья, здравствуйте. Это офицер Лонга из 24-й. Да, пока так. Как поживаете? Хорошо, спасибо. Я перейду сразу к делу. Здесь у нас задержанный, который оказался братом Эвангелины Сеснерос, коллеги по бригаде. Так. Так вот, у этого парня 4-й привод. И я хотел узнать, не могли бы вы... То есть ему нужна юридическая защита. Я только не понимаю, почему мне не звонит Эвангелина, если это ее брат. Вопрос понял. Дело в том, что офицер Соснерос не нравится просить об одолжениях, поэтому я обращаюсь в личном порядке. Это моя личная просьба, понимаете? Да, давайте сделаем так. Я сейчас не могу говорить, потому что я на встрече. Пришли мне это дело по электронке, я посмотрю его и сообщу тебе. Спасибо. Не за что, я потом позвоню. Счастливо, пока. В нем минимум 1.80 м, до груши не доставал, прыгал и не смог. О, смотри-ка. Что случилось? Место перепутал? Проверкой зрения мы не занимаемся. Нет, не занимайтесь? Нет. Вы начинаете ссориться. Пока. Я люблю тебя. Пока. Вам не нравится, говорю тебе. А попытками ограбления занимаетесь? Попытки ограбления? Да. А что у тебя украли? У тебя же ничего не осталось. Тебя украли достоинство, гордость. Нет, дело более спокойно. Один болван хочет украсть мне девчонку, но он меня под контролем. Ты обо мне? Нет, почему ты принимаешь на свой счет? Да, ты пришел в бригаду, это мой дом. А, это твой дом? Ты здесь спишь? Здесь я работаю. А ты что выделываешься? Что с тобой? Нет, я тебе ничего не говорю. Знаешь что? Давай закончим. Хватит уже, это твои... Последние минуты. Так. Да, ты все веселишься, цветешь, пахнешь. Да. Все веселишься, все гуляешь со своими тёлками, все валяешь дурака. Но в тот день, когда Милли узнает, даст тебе пинка под зад и пошлет тебя, сам знаешь куда. В этот день я буду здесь, чтобы посмеяться как следует. Правда, чтобы сильно посмеяться. Я не знаю, будет ли это скоро, завтра, послезавтра. Честно говоря, не знаю. Я только знаю, что твой срок годности заканчивается. Продолжай в том же духе.
Это совсем как у день-день, да? Но это выход, они дешевые. Ты наденешь его только один раз. И сразу блестят. Мое второе платье я дала дочери моей соседки для маскарада. Не, оно было ужасно. Ты в нем была похожа на день-день. Ты злая, не напоминай. Поэтому ты и развелась. Вот посмотри, что-нибудь такое, что скажешь? Нет, белым я не буду уходить замуж. Почему? Это сон. Мне совсем не нравится. Ай, Паула, тебе приснился сон, как любой невесте. Да, убили и того, и другого. Которая плохо спится. Прекрати, если ты не хочешь выходить замуж, не выходи. Нет, нет, не говори, не что из-за говорю, этого. Не поэтому. Я говорю о своих предпочтениях. Окей. Ладно, поменяем тему, поговорим о другом. Нет, в салон нет. Мне не салон. Нравится салон. Мне не нравится, когда мне говорят, когда я должна подожди, сесть, чтобы поесть, салон, когда я должна встать, а второй танцевать. Салон, где была моя свадьба, был не так а плохо. Еще шар повесит. Подожди, 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 подожди. Шар будет, шар тебе повесит, потому что люди должны танцевать. Да, да. Список гостей есть? Ну, 20-30 человек. Как ты будешь приглашать? Сейчас у тебя должен быть весь список в алфавитном порядке. Извините, пожалуйста, Паула, тебя ждет Барбара. Барбара? Любимая? Нет, не моя любимая, твоя любимая. Ладно, называй ее как вздумается, не переживай. Да, я могу говорить, как тебе вздумается. Но для тебя она прокурор Диас, она ждет тебя в комнате допросов. Можешь подойти? Ты хочешь батончик или что-нибудь поесть? Да, ладно, ага. Ладно, пойду что-нибудь куплю, она подождет минутку. Булочную, может быть. А, булочную, точно. Давай. Белые подвенечные платья? Для кого? Да, для это... Павлы. Выходит замуж? Это для Паулы? У Паулы очень белая кожа. Если надеть на нее белое платье, и она будет выходить замуж за брюнетку, то получится непроходной вариант. А если за блондина, то как да. подойдет? Понимаешь? Да. С брюнетом все пойдет к черту. Я скажу, если она спросит. Думаю, ты знаешь, как с этим обращаться. Да, конечно, разумеется. Когда начинать? Надень вот это, чтобы мы могли тебя слышать. Значит, начинаешь рассказывать с того момента, когда обвиняемый тебя похитил. Так, я вошла домой примерно в 9. Постой, постой, дай мне минутку. Если это не будет работать, я не смогу тебя слышать. Теперь да. Итак? Я вошла домой 9 часов вечера. Меня ударили сзади по голове, я потеряла сознание. Когда я очнулась, я была в багажнике машины. Начала стучать ногами, появился человек. Это Халиль. С оружием, моим оружием. Он заставил меня вести машину. Какой у тебя план? Кружить, пока не закончится бензин? Нет, я только хочу быть уверен, что твой жених получил сообщение, которое ему отправил. У меня не жених. Ну, не важно. Продолжай ехать, давай. Это были его слова? Твой жених? Это Халиль иронизирует. А дальше? Ну, я попыталась... Я увидела у него телефон и попыталась позвонить. Попала на его последний звонок. Это был Илья. Да, Вика показала, что ты начала громко говорить, как бы давая ему понять, где ты находишься, куда тебя везли, так? Примерно так. Какой храбрый ты. Спасибо. А потом? Вико приедет, он найдет тебя. Да, да. Он найдет меня, но сначала найдет тебя. Что мне делать, подняться по мосту или спуститься к остановке? Смотри, в этот парк меня водила мама, когда я была ребенком. Ты думаешь, что я идиот? Плавать умеешь? Он бросил меня в бассейн. У меня были связаны руки и ноги. И что произошло? Вика показал, что он вошел, и Халиль выстрелил ему в грудь. Нет, я не могу об этом свидетельствовать. Потому что я только пыталась задержать дыхание и ждать чуда. И оно произошло? Чудо. Да, появился Вилли и спас меня.
Все закончилось, закончилось, закончилось. Как хорошо, что он появился. Что-нибудь еще? Нет. Тогда мне достаточно. Я знаю, что ты наверху, Милли. Можно попросить тебя принести футболку или что-нибудь? Мне надо прикрыться. Я тебя очень прошу. Я умоляю тебя, девочка. Запишем, что в целом забрали 250 песо и мелочь. Да, еще за телефон. Да, плюс удостоверение личности и права. Вы правильно сказали, полковник. Я выйду, подожди секундочку, посмотрю, не течет ли вода. Никто ведь не закроет. Кончайте высматривать. Кто высматривает? Замолчите. Но... Я смотрю дом, замолчите. Это же очевидно, что... Что очевидно? Замолчите. Спасибо. Все в порядке? Все в порядке, капитан. Послушайте, какие права у вас? Водительские. Да, я знаю, но какого типа? А1, Б4, Б2. Б6. Как 6? Это чтобы водить грузовики. А вы водите грузовики? Да, Парагвай. Я вожу грузовик. Вы правда водите грузовик? На самом деле у меня нет прав. Как нет? Как нет прав? На самом деле у меня нет прав, нет. Я ездила так на вуз. Если бы вы мне достали права. Но... Послушайте, я пойду выпью стакан воды. Я принесу. Нет, нет, не беспокойтесь. Заканчивайте вопрос. Да. Пожалуйста, я прошу вас. Это же очень опасно, у тебя нет прав. Я знаю, но... С ума сошла, ты не можешь водить. А ты не можешь мне достать. Да ты спятила, спятила. Боже мой. Привет. Прошу прощения, я вошел, умирал, как хотелось пить и... Нет, никаких проблем, комиссар. А, отлично. Все в порядке? Отлично. А твоя сестра? Которая сестра? Как, которая сестра? Да, у меня две сестры. А, две? Адвокат или не адвокат? Адвокат, да. Лусила, она прячется там, в патио. Вы не могли бы отнести ей халат, сделать одолжение, мне надо кое-что сделать. Да, конечно. Доктор? Комиссар! У меня да, халат? Дайте мне, спасибо. Да, конечно, доктор, простите, что я... Вы не против, если я пойду приму душ? Помочь вам? Нет, нет. Ой, осторожно, осторожно. Извините. Да, да. Простите. Извините, а шеф? Ему пришлось поехать навстречу. А... Ладно, извините. Постой, постой, можешь остаться, если хочешь. Не знаю, у тебя есть какие-то дела? Нет. Нет? Тогда иди сюда. Садись. Посиди со мной немного. Да? Иди сюда. Я не кусаюсь. Не бойся меня. Нет, нет. И? А? Чтение. Как у тебя дела с чтением? Ты продолжаешь заниматься? Бросил? Что сделал? Нет, я перестал. Перестал? Жаль. Ты мог научиться. А в свободное время что ты делаешь? А? У тебя есть, не знаю, невеста, жена, дети, мать, отец? Ну, у всех когда-то была мать. А жена, невеста? Дети, ты когда-нибудь хотел ребенка? Не обязательно иметь детей, чтобы понять, что такое безграничная любовь. Если вы об этом спрашиваете. Я думаю, что ребенок — это самое важное, что можно иметь в жизни. Ты помнишь Валентина? Да? Знаешь, что я бы отдала? Чтобы он был здесь сейчас, здесь, прижавшись ко мне. Я бы все, что угодно сделала бы. Думаю, что Гильермо рассказал тебе, да? То, что происходит. С Валентино, со Стебаном. Нет. Он никогда не говорил ни об одном из них.
Он не разрешает тебе говорить об этом. Я понимаю, все в порядке. Мне надо задать тебе вопрос. Можешь посмотреть на меня? Он жив? Что? Мой сын жив? Гильермо сказал тебе, жив ли он? Спасибо. Я знаю, что ты не знаешь, но все равно спасибо, что солгал мне. Ладно. Мне кажется, я очень ясно выразилась по поводу моего брата. Что я тебе сказала? Чтоб ты не совался. А ты идешь и суешься. Ты нахал. Но Эва... Эва, ничего. Он просит адвоката, а я не дам ничего. А ты идешь и... Ты издеваешься надо мной, Пако. Но это твой брат, твоя кровь. Нет, это не моя кровь. Я не имею никакого отношения к этому сопляку. Может, он и мой брат, но не моя кровь. У моего брата нет крови, у него вино дешевое течет в жилах. Я не знаю, что там у него. Знаешь, я уже много раз помогала брату и каждый раз бьюсь об стенку. Но у меня уже ничего не осталось. Меня вымотал мой брат, у меня больше ничего для него нет, понимаешь? И мне кажется, что я ясно сказала. Я прошу тебя не вмешиваться, Пако, потому что ты не имеешь никакого отношения ни ко мне, ни к брату, ни к чему. И скажи спасибо, что при мне нет пушки. Билли, тебя ждал Ника, ты его видел? Нет, он ушел. Вот черт. Он пришел поговорить, и я толком не выслушал его. Что он хотел? Слушай, что за дела у нас с тобой? У нас с тобой? Да. Мне нравится. Мне нравится твой пресс, нравится твоя ребячья мордашка, твои глаза нравятся, как ты ходишь, что ты хочешь знать? Как я тебе как зять? Нико. Он попросил тебя подождать? Ты попросил его подождать? Попросишь подождать? Нет, я не верю в перерывы. А, видели. Нет, по мне так если уж рвать, то рвать навсегда, и дело в шляпе. Шесть месяцев на картофель. Но почему, Пюре? Я с тобой серьезно говорю. Правда, не знаю. Я хочу пригласить тебя погулять, выпить что-нибудь. Милагрос много лет встречается с Николасом. Он может быть вот таким и таким, как я его знаю, но он член семьи. Но это не Милли, я говорю о Хисе. Год на картофельном пюре. Нет никакого пюре. Я хочу пригласить ее куда-нибудь, может, выпить что-нибудь с ней. Хочешь говорить серьезно? Да, конечно, да. Послушай, Агуэра. Моя мать всю жизнь была замужем за полицейским. Я никогда не забуду, какое выражение лица было у моей матери каждый раз, когда он уходил на работу, потому что в любой момент мог зазвонить телефон, и на том конце провода могли сказать, что отец получил пулю, или его избили. Я никогда не забуду лицо моей матери. Озабоченное. Я не хочу, чтобы с Хисой и остальными двумя сестрами случилось такое. А ты полицейский. Ты тоже полицейский? Да. Моя сестра Хиса... Самое сложное из трех моих сестер. Она особенная. Почему особенная? Неважно, узнай сам.
Но она взрослая. Она может решать, с кем хочет встречаться, с кем нет. Ты можешь пригласить ее куда-нибудь, и я ничего не смогу сделать. Но береги ее. Да, конечно. Если ты ее обидишь, то картофельное пюре. Я не обижу ее. Мне нравится откровенность, так что спасибо. Ты со мной говорил прямо, и я это очень ценю. Но она очень своенравная. 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 Да, у него есть отбытое наказание с примерным поведением. Мариана Соснерос его зовут, да. Да, это рецидив, конечно. Ай, спасибо, Гастон, спасибо. За мной должок. Да о чем ты мне говоришь? Ты ничего не должна. Такова работа в команде, так работают команды. Не беспокойся, я решу вопрос. Давай, целую. Пока. А Чаваль? Как дела? Как поживаете, доктор? Садись. Я хочу попросить тебя об одном одолжении, важном. Я могу на тебя рассчитывать? Само собой. Ты можешь сходить в бригаду 24? Мариана Сиснерос. Брат Евангелины Сиснерос. Помнишь его? Лесбиянка. Это она. Но не похоже, что не та. Здесь другой вопрос. Дело в следующем. Его задержали. А мне надо, чтобы ты вытащил его немедленно. Это возможно? Считай, что сделано. Отлично. Спасибо, дорогой. Держи меня в курсе, пожалуйста. Само собой. Как ты мне заплатишь за это, блондинка? Вот и до получу с тебя. Это был такой парень с длинными волосами, каштановыми, немного блондинистыми, глаза светлые, плотный, красивый парень. Типа Джимао. Хватает меня, представляет пушку к печенке и говорит: «Давай все или убью», так сказал. А я тут подумала, если мне сбить его с ног? Но расстояние тебе не позволяло? Спокойно, я схожу. Спокойно, спокойно. С вами все в порядке? Нет. Там. В чем дело? Там крыса. Как крыса? Там сзади, за раковиной. Вытащите ее, комиссар, пожалуйста. Нет, не просите. Руками трогать? Нет, как это? Как нет? Как я ее вытащу? Я правда ее очень боюсь. Хорошо, но не руками. Не просите этого, я... Вытащите же ее. У меня мысль получше. Я ее нейтрализую, успокойтесь. Не смотрите. Я не буду смотреть. Закройте глаза. Да, закрыла. Скажите мне, когда закончится. Вот так, успокойтесь. Вот так, готово. Готово? Да, я ее нейтрализовал. Я могу выйти? Открывайте глаза. Вот, все прошло. Успокоились? Теперь спокойнее, а? Да. Все хорошо? Да, хорошо. Потихоньку, я не смотрю. Да ладно, как стыдно. Почему стыдно? Что случилось? Второй раз за день вы видите меня в таком виде. Простите. Доктор, почему стыдно? Вам нечего стыдиться? Где бы вы ни были и как бы ни выглядели, вы очень красивая. Очень красивая. Я пойду переодеться, а то да. Мне страшно, что она здесь. Конечно, успокойтесь, да. Ты был очень любезен. Нет. Правда, я очень доволен. Да. Спасибо. Не беспокойся. Пако? Да. Пако, спасибо, ты очень хороший человек. Нет. Я серьезно тебе очень благодарен. Да. Да. Спасибо. Эви. Эви, я ухожу. Удачи, что? Посмотри на меня, ты же моя сестра. Посмотри на меня, пожалуйста. Ты, Мариано, не проси у меня прощения и не прощайся особо, потому что мы оба знаем, что через пару недель ты будешь опять здесь. Я тебя очень люблю. Увидимся в воскресенье, нет, сыграем. Нет, ты меня не увидишь на Таладро. Вперед, Таладро. Я люблю тебя. Идем. Удачи, Мариано. Давай, вперед, вперед. И? Ты все еще сердишься? Я не знаю, сержусь я, разочарованная или мне грустно. Все вместе, Пако. Успокойся, успокойся. Я говорил с доктором Вилья. Я сказал, чтобы она сделала упор на условное наказание. Что ты думаешь? Я верю в условное наказание. Только знаешь, Пако, я не верю в своего брата. Ладно, если ты мне позволишь, он мне казался искренним. Знаешь, в этом все дело. Казался. Пако, я хочу попросить у тебя прощения. Когда я разозлилась, но дело не в тебе. Прости меня, я вышла из себя. Не проблема. А еще хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделал. Вилли, адвокат, не знаю. Все.
Послушай, у тебя есть немного денег? Мне надо кое-что купить в книжном, а Кастро нет. Да, да. Выручи меня, а я потом отдам. Есть или нет? Осталось у меня... А, ладно, не беспокойся. Я попрошу у Берарди или у ребят. Спасибо. Пако, спасибо. Ты очень хороший человек. Он меня обокрал. Обокрал, как же быстро. Привет, Аманда. Привет. Как дела? Хорошо. Хорошо? А ты? Хорошо. На самом деле у меня так себе. Я беспокоюсь о Пико. Что случилось? Что случилось? Она выходит замуж. Выходит замуж? Да, выходит замуж. И ты, она рада? Нет. Ну и не говорит мне этого. Я пытаюсь спровоцировать кризис. Но это нормально. Есть умные люди, которые совершают ошибки. Это нормально. Я выходила замуж дважды. Ну вот именно. Есть умные люди, которые понимают и разводятся. С ней у меня вот что происходит. Я пытаюсь убедить ее, чтобы она осознала, что она не хочет выходить замуж. Я показываю платье, показываю салоны, и говорю ей, ты понимаешь, что все еще не можешь решить, понимаешь, что... А что она тебе говорит? Ничего. Ничего. Что она меня спросила? Нет, нет, нет. Ты, наверное, сказала ей что-то еще или привлечила? Я ничего ей не говорила. Наверное, она влюблена в тебя. Может, говорит тебе, что обожает, а не так уж и обожает? Эй, Пикавилья! Слышите меня? Пикавилья! Здесь? Что? Как дела? Как дела? Хорошо? Привет, красавица. Привет. Как привет. Дела? Как дела, Вилья? Я говорила ему... Она говорила, что ты выходишь замуж. Да. Да. Ты выходишь замуж? Да, да, да. И ты довольна? Да. Давай сделаем так. Что? Роплей. Сделаем роплей. Роплей. Ну что-то вроде... Не издевайся. Как будто мы в будущем, но на самом деле не там. Как ты себя чувствуешь? Согласна? Да. Хорошо, давай. Я буду священником, а ты... Слушкой. Так, давай. Итак. Мы собрались здесь, чтобы соединить людей, которые любят друг друга. И наверняка будут любить друг друга всю жизнь. Это будет так, сеньор Вилья. Согласны ли вы взять супруги, чтобы любить и уважать всю жизнь? Даже если она заболеет, но не знаю, с ума сойдет, или ветрянкой заболеет, и весь хобот ее покроется сыпью, а она попросит, ну поцелуй меня. Но вы все равно ее поцелуете. Ты любишь меня? Я люблю тебя. В горе и в радости. Будете разрешать ей встречаться с подругами, когда ей захочется, а? Не ревнуя, не сходя с ума. Ты где была? Где болталась? Обещайте действительно любить ее и думать о ней всю жизнь. Любить и уважать ее из года в год. Да, согласен. Можно поцеловать невесту? Нет, пока нет. Не нужно, не нужно. Пока нет. Спокойно, спокойно. Это только половина. Точно, теперь я, теперь я. Сеньорита Паулита Пико. Хорошо. Согласны ли вы взять мужья этого парня по имени Вилья, чтобы любить и уважать его, даже если он станет калекой через 30 лет? Нет. Сейчас у него фигура, а добавь 30 лет. Тинькович, калека. Все равно будет любить буду его. Буду с ним. Действительно будет с ним. Более да. И в радости. И когда он будет встречаться с друзьями по четвергам, а? И когда он не повезет покер, и даже если появится девчонка, не будет сходить с ума, потому что только для секса. Нет, нет, нет. Действительно будет любить и уважать его. Будет решать ему делать все, что он захочет, потому что знаете, что он вас любит действительно всю жизнь. Вы готовы быть сеньором Вильей? Отвечай, милая. Мы все с нетерпением ждем. Согласна или нет? Фильм озвучен творческой группой «Бригада 24» «Мундо Латино», 2015 год. Автор перевода Людмилка. Estate atento porque en cualquier momento tendría que caer el ladrón este de los documentos. Vos vestido de carpintero y yo de Virgen María, cada vez peor. Atento, atento. Entre 30 y 40 años tiene una camisa escocesa. ¿Sabes qué me parece? Me parece que está bien que estés a solas con Sebastián. Lo que pienso es que tendría que haberle enseñado de chico a acercarse a mí. El problema no es Sebastián, es la mentira. Y vos sabés que la mentira siempre tiene un límite, ¿no? ¿Qué mentira? Paula, por ejemplo. ¿Sabés que hace 12 años que estoy esperando que me traigas el regalito? Nunca me lo trajiste. Hoy te traje uno, yo vos, mirá. Estás arrestado. ¡Ah, sí! ¡Ja,
¡Para, flaco! ¡Soy Papá Noel! ¿Qué haces? Perdón. ¿Todo bien? No sé. ¿Discutiste con Nico? No discutí. ¿No? Me parece que quiero cortar. Doctora, qué linda sorpresa. Quería saber si tiene planes para... o con quién va a pasar la Navidad. ¿Perdón? Yo le quería cambiar de flaco porque no me quería quedar acá sola. Pero si se van a quedar todos acá... Quédate con nosotros. Me parece una buena mina vos, no sé. No todo es lo que parece. ¿Sabés qué? Si necesitas una mano con lo de tu hijo, me puedes pedir ayuda a mí. Yo no tengo ningún problema en ayudarte. Yo a veces parezco idiota, pero no soy tanto, ¿sabes? Nadie piensa que sos un idiota. ¿Y vos llamaste? ¿A quién? A Barbie. Pues él, llamando a Paula Pico. No está, mi amor. Si Papá Noel está cancelado, no puede entregar sus regalos. Te tenés que sacar de acá porque si no le digo a la nena que Papá Noel sos vos. No te metas con la nena porque te embarazo. ¿Supremas? Sí. Bien ahí. En 40 minutos comemos. Bien ahí, Amanda. Qué bonita que sos. Muy bien, muy bien. Qué importante tener una... Tendremos que tener una chica acá nosotros, ¿o no? Usted tendría que andar pensando que con Amanda podría empezar en ese departamento un nidito amor. ¿Qué le parece? ¿Es una sugerencia buena o no? Escuchame una cosa, chica seria. ¿Qué hace después de las 12? No sé. Decime vos qué hago. Mirá lo que tiene Papá Noel para vos. ¡Este regalito para vos! Papá Noel. Sí, Papá Noel. Dale, vení, dale. Sí. Vamos, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué quieta, tengo una traqueotomía. Para. Hola. Chise, ¿venís a la mesa o no? Vico, me parece que pasó algo en la brigada. Salimos por adelante y lo agarramos por atrás. ¿Eh? ¿Una? ¿Sí? No. Buena idea. El año que viene, hija. El año que viene. Vos te vas a venir conmigo, eso, mi señor. Salpaste porque está la nena, si no sabes qué. Sí. Es un jueguito que hace Papá Noel, ¿entendés? Es un jueguito que nos hace, es un jueguito. Nunca estamos en el lugar que tenemos que estar. Vos sí.